Attention. Так, всем салют, ребята, это новый видосик. В этом видосике мы будем красить супер. В главных ролях Юра. Юра. Юра уже без настроения. Мы, короче, полчаса искали, как тут правильно ставиться на цеху домкрат. Нашли все четенько. Самое главное задание сейчас нам поснимать заглушечки пластмассовые и начинать поднимать машинку и пробовать снимать колесо. Так, как вы думаете, какой будем цвет красить суппорт? Черный? Нет, всегда банально. Мы будем красить в офигительно салатовый цвет. Юр, как ты думаешь, будет смотреться? Да. Пушка-гонка? Да. Так, колесо, я думаю, через полчаса снимется. Только не отключишь полностью. Вот это поворот! Two sounds alike. Мы снимаем колесо. Миссия поднять машину. Миссия не уронить машину. Голуби уже такие оп-оп-оп-оп. Юра. Так, вот этот офигенный цвет будет супер. Ну, я думаю, будет прикольненько смотреть. Лаком еще скроем. Лак уже на поготове. Плюс черная красочка у нас залетит мгновенно пулей. Вот сюда на глушитель, как вы видите. Оно уже слегка черное, так чисто. Даже слоя не было, чисто нанес, чтобы посмотреть, как оно будет смотреться. Сейчас уже все вымыли, и можно будет потихонечку начинать красить и лаком скрывать. Такая красочка жаростойкая, блатная. Ах, а вот поле. Пушка-гонка стоит. Как вы помните? Что-что? Ты смотри там, чтобы снизу нормально все там чувствовало себя хорошо. Держи, передаю эстафету. Все отлично. Все офигенно. Еще поднимать. Ну что, ребята, мы наблюдаем финалочку, последние болты. И колесо будет сейчас взлетать с этой тачули. И будем подготавливать суппорт по красочке. Сначала хорошо зачистить щеточкой по металлу суппорт. Потом помыть, обезжирить. И можно приступать по красочке. Как твои эмоции, волшебно. Юра? Волшебно? Да. Ты теперь понял, что я тебе говорил? Вот, когда ты хотя бы колесо снимешь, ты перехочешь красить. Да я уже красил. А прикинь, вот эти все четыре надо будет сделать и тупо собрать. Это первое. Одно сделаешь, с одним кататься, да? Да. Вообще огонь. Для симметрии. Для симметрии. А вот эта пушечка. Пушка-гонка. Как вы понимаете, моя пушечка-гонка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ляпата. Ну, финалочка. Финалочка. Что финалочка? Уже... Вытягиваем колесо. Блин, знаю перчатку, но сейчас я грязный. Ой, трэш-контент. Алиоп. Алиоп. Да, вот это все надо зачистить сейчас щеточкой. А в принципе, сильно даже чистить не надо. Только слегонца сверху сбить. Так, колодки в нормальном состоянии, можно гонять-гонять, гонять, дубасить. Резина, вообще понты. Да, резина офигенная. Так, ну что, берем щеточку, начинаем все зачищать. Сбиваем грязь, которая тут куча. Маэстро. Сделай хоть улыбку, уже ты радостный. Радостно это все делаешь, Юр. Я в восторге. Ты в восторге? Да. Ой, фу. Да, кстати, защитку можно смотреть. Не, самая вот эта офигенная работа, вот чисто сесть и наблюдать, когда кто-то работает. А ты чисто контролируешь работу. Да, как вы видите, все вымыли. Просто прелестно. Сейчас берем тряпочку, аккуратненько диск накрываем. Можно приступать к покрасочке. Да, ну что, еще не высох. Ну, высохнет, сейчас будем начинать. Да?
Да, да, да. Сейчас надо подождать. Лови тряпку. А что ты, кстати, задний? Задний? Что задний? А, не красил, сейчас буду красить. Глушитель. Так, чтобы вы понимали, на эту пушку-гонку сегодня попробовал 17-е катки поставить. 17-е катки залезли, все было хорошо, но один нюанс. А нюанс какой? Ширина резины была немного как бы печальненькая, 225-я, и немножечко настойки потирала. Так что если 17-е катки сюда ставить, желательно 215-й надо будет. Бодя, забери у этого человека свои диски. Это капец, сдриз он сделал, динозавра. И то я такой посмотрел, в принципе, на 16-х можно было, даже 16-е поставить, чтобы можно было по ямам прям летать, мама не горюй. А если все-таки 17-ки захочу поставить, надо будет 215 ширина и высота где-то 50-ка, не больше. А мы приступаем дальше по красочке. Ну что, накрыли мы, сейчас ждем, когда все это подсохнет и будем приступать. Красочку уже разболтали. Шаре так надо разболтать красочку перед покрасочкой. Юра уже в нерваках пошел уже. Первый слой будет некрасивый. Потому что надо слоя 2-3 минимум. Так, первый слой. Начали красить. Юре очень ужасно не начало не нравиться. Ваш... Мнение, почему не начало не нравиться? Да что пока она печально смотрится. Парагабанский, да? Угу. Я тоже говорю, Парагабанский, он не верит. Да что ты, черт побери, такое несет. Ой. Ладно, сейчас еще два слоя, плюс лак, и он будет нормально реально смотреться на черных дисках. Мое мнение. Хреново, но последний слой нанесли, вот так оно смотрится. Конечно, через камеру оно как-то более ненасыщеннее. В реале оно прям стало этого ярко-ярко. Еще нам слой лака остается нанести, и будет пушка-гонка, да? Mm-hmm. Юрет. Да шо вы? Тебе нравится или нет? Да ну, по идее. Гомно, да? Чтобы понимали, я договаривал до последнего. Я говорил ему, давай просто в черный закрасим. А он говорит, не-не, это все его вина. Я тут не виноват, что ребята. Я правильные вещи говорил, он типа, нет, мне вот нравится салатовый. Аккуратненькую распаковочку делай. Прикольно, реально. Ну, кстати, да. Так что сейчас диск затулим, закинем. И на черном диске реально будет прикольно смотреться. Надо потом тот больше его закутывать, чтобы оно на диске не осталось. Да. Не, ну все равно ты проедешь, колодки да, ну, сразу... Да, и не будет видно. Не, ну так, в принципе, прикольно. Не, в натуре прикольно смотрится. Ну. Это именно в финальном результате... Вот сейчас диск поставишь, и будет реально... Чётненько. Не, ну мне нравится огонь. Прям пушковая гонка. Не говоришь, что тебе не нравится? Не гони. Ну пока непонятно. Да ну не гони. Вот сзади будет, будет вообще жир. Оно, кстати, не сильно выделяется, прикольно. Ваши прогнозы. Второе заднее надо делать? Надо подумать. Не, я бы на твоем месте делал бы, вообще даже не думал. Реально. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая красота. Фух, ну что, на этом видео подходит к концу. Такое миниатюрное видео. Чем заняться в выходной день. Сняли мы. Вот такие развлечения у нас. Но реально намного прикольнее смотрится. Только надо будет еще задний суппорт покрасить, чтобы оно гармонично смотрелось. Чтобы вы понимали. Ну, блин, сзади вообще, ну, ничего, чем скучно. А спереди? Ну, смотрится прикольно. Что, начинаем второе колесо снимать на стороне. У меня такой легенький перекус. Ушки, молочко. Все нормально, гаражные будьи. Что за дело, пошло второе колесо.
Я, конечно, удивился. Рассчитывали одно колесо чисто сделать, посмотреть на сегодня. Но так вроде прикольно смотрится. Сейчас второе колесо пошло в работу. Да, Юр? Да. Блин, а что ж такое? Омба. Ну я как же, как всегда, контролирую работу, что все было именно по фэншую. Нюанс работы. Ну, все пока нормально, по плану идем. Там активнее болт надо крутить, активнее. Вот аккуратненько там, да, вдали вот так хорошо пройдись, вот там грязь, да. Вот тут? Да, все. А, ты, блин, как... Так, проходит работа, все отлично. Как говорится, а я присяду на травичку. Ой, кайфово, только немножечко прохладно под вечерок стало. Вообще чистый почти. Да что блестел, Юра, что блестел? Леша, отвали. Можно мемы будет снимать, Юра, понимаешь? Юр. Ну что, попиваю я молочко. Вкусненькое. Там тряпочка все закрывает, готовят к покрасочке. Ой. Нормально. Надо открывать свой тюнинг-ателье, работников нанимать. Чисто так ходить с молочком, попивать и наблюдать. Слышишь? Что, ребята, не будем вас дёргать каждый раз. Это мы покрасили то, что будем сейчас показывать вам итог работы. Сейчас докрашиваем, кольцо ставим и посмотрим, как оно все выглядит. I know the world, but I love my mind.